Друзья, привет, с вами Вивагейм. И если честно, я тут что-то маленько удивлен, что происходит тут. Я в порту, и тут какая-то перестрелка идет. Вот тут стою я. Там сзади, насколько понимаю, либо Октябрьская революция, либо Измаил, что-то такое. Линкор четырьмя орудиями, по три пушки. Здесь какой-то вот крейсер стоит справа от нас. Уровня-то где-то четвертого, наверное. Кого лупит, непонятно. Ну, в общем, да. Так, ладно, смотрите. На чем остановился? Я остановился на Фуртаке. Я прохожу. Так, не забываем. Я прохожу как World of Warships. Сейчас вот полностью с нуля начался. Ну, то есть, если кто не в курсе, я создал новый аккаунт. И сейчас полностью с нуля прохожу каждую ветку. В данный момент я прохожу японскую ветку по крейсерам. И как надоест, тогда потом перейду на эти, на эсминцы, линкоры и так далее. То есть будем проходить все помаленечку. Вот, сейчас на данный момент я нахожусь на верфи. Давайте поменяем этот на более спокойный верфь, чтобы он шумело. Мне очень нравится, знаете, какая? Санкт-Петербург. Она такая тихо, спокойно, и музыка приятная здесь. Вот видите. Вот можно в спокойной обстановке посмотреть на наш крейсер. Фуртака, пятый уровень. Неплохой очень крейсер. Очень. Но подробное описание я буду делать потом. Сейчас пока просто не хочу. Давайте лучше просто пойдем поиграем. Ага. Меняем на случайный бой. Я тут просто тестировал видеозапись, поэтому поставил игру с ботами. Ну что ж. Так, у нас вроде все готово, нет? Да, да, нет. Так, мы, в принципе, можем купить корпус за 500 000. Так, и торпеды. Причем торпеды, мне кажется, важнее купить. Хотя они, кстати, стоят и недешево. Во-первых, у нас дальность хода увеличится аж на 4 километра. Это очень важно. Ну, по урону, конечно, важно, но не так сильно. Не критично. Так что мне нужно и взять. Да-да-да-да-да-да-да. Беру. Все. В данном случае у японцев очень сильные это торпедное вооружение, поэтому нужно его прокачивать обязательно. Так, дальность выстрела. Конечно, добавить, потому что все-таки мы должны уже быть таким нормальным крейсером, боевым кораблем. А не фиг пойми что. Поэтому мы прокачиваем, ребята, полностью. Каждый корабль. Я, наверное, буду делать так, скорее всего. Буду полностью брать корабль и показывать, что из него можем максимально сделать. Так, ну и, конечно, ставим корпус. Теперь у нас будет ПВО, живучесть и немножко маневренность. В общем, потратил больше, что там, в районе 1 000 000. Так, зато мы теперь выглядим, конечно, по-человечески. Сейчас мы покажем в бою, как это выглядит. Так, у меня есть одно очко навыка. Надо подумать, что с ним делать. Так, смена зарядки нам пока не нужна. Зарядка снаряжения тоже не нужна. А вот скорость... Так, время перезарядки торпедных аппаратов, мне это важно. Так что я буду копить на него. Все, ребята. Let's go. Ух ты, сколько у меня тут всего есть. Бам-бам-бам. Ладно, давайте, наверное... А, нет, надо зажигалку поставить, потому что... Крейсера отлично стреляют фугасами. И мне это важно, мне это нужно. Поэтому все. Погнали.
Блин, ну так не хочу долго ждать в очереди, это прям вообще. Зато есть время попить чайку, проверить почту. Так, ну что, с кем воюем? Пятый уровень на шестой. Так, у нас тут... Давайте сравним просто наши корабли. Вот крейсера Маха, видите, он без тюнинга так, конечно, слабже нас. Лидер, шестой уровень. Мы, в принципе, на уровне шестого уровня. В принципе, неплохо. Хотя по уровню, конечно, дикое. Так, а что это у нас такое? Хавкинс. Хавкинс. Серьезно. А, вот немец, немец, немец. Чуть послабже, конечно, по броне. Ну, что поделать. Бой начинается. Что, ребята, так вот мы выглядим полностью готовы к бою. То есть фрутака 5 уровня на весь, на всем фарше. Блин, я такое чувство, что как будто с графикой что-то они натворили, разработчики. Такое чувство, как будто размывается. Хотя я ставлю всегда себе на полную, полную красоту, так сказать. У меня такое чувство, как будто они как бы, знаете, расплываются маленько, вот это, силуэт корабля. Ладно, что у нас тут кто? Линкор, эсминец. И все. Короче, я как смертник иду, потому что, скорее всего, по мне будут тупить первому. Так, я стреляю на 13,9, торпеда у меня на десяточку. Что, пристрелку сделаем? Самое главное, конечно, первым тоже не лезть на рожон, потому что можно знатно отхватить. Так, а давайте-ка, знаете, что сделаем? Обозначим свое присутствие. Пока все равно никого не видно. До аэродюка мне не достать по залпу. Зато здесь есть... Зацепил. Так, я понять не могу. Я сейчас ботом играю. Почему тишина в эфире-то? Зацепил, малыш, зацепил. Зацепило его, зацепило. Великолепно. Ход делу. Вот у нас первый претендент на этот. Печальная. Ах ты, ё-моё. Вот это мне навтыкали нормально так на десятку. Странно, пушки-то у меня вроде мощные, а...
Так, ребята. Ладно, на всякий случай пустим торпеды. Просто, чтобы вдруг красота произойдет, и его не... и линкоры не добьют. А получится, что я добью. Я буду молодец. Я думаю, что это вряд ли произойдет. Зато, о, Амаха идет полным ходом торпеда. Слушайте, на самом деле, конечно... Блин, вот если бы не этот сейчас... Он бы реально мог бы сейчас торпеду нарваться. Блин, вообще... Ладно. Слушайте, на самом деле, конечно, знатно отхватил от Хавкинса. Тут мне, конечно, линкоры его помогли. Но, блин, блин. Давайте, линкор, выходите первые. Чё я тут? Нафига на себя-то огонь беру? А то, главное, едет три ведра этих бронированных. Чё катается, непонятно. Все, пошла. Пошла жара. Все, отлично. Засветили мы авианосец. А это, ребята, великолепно. Не, ну Ави, конечно, по-глупому стоял здесь, просто по-глупому. Нифига себе, Нью-Йорк фугасами стреляет. Ой, пушка вывела. Да что ты, господи. Ладно. Поехали. Самое главное, носом не... Ой, точнее, борт не выставляйте. Иначе будет просто беда. Бегло снесли. Да, все-таки этот на прицел меня взял. Бам. Вот так вот, ребята, я сыграл ужасно плохо. Потому что был ближе к центру, соответственно, был на простреле. А линкоры с краю проходят. Господи. Линкор противника уничтожен. Оказывается, он горел, Нью-Йорк. Видите, какая прелесть все-таки фугасов. Зажег корабль и все, он горит помаленьку все. Что вы? Андрей, ты же, по-моему, скоростной это линкор-то. Какого художника ты вообще в краю карты-то делаешь? Хороший ведь... Хороший же линкор-то ведь. Пум-пум-пум-пум-пум. Зато не точно. Ой, господи. Так, а здесь кто воюет?
Здесь британский крейсер гоняет лидер. Давайте его посмотрим. Да. На крейсере стрелять это бронебойными, да? Конечно, то еще занятие. Тем более в Нормандии броня хорошая. Так, здесь наши эсминцы гоняют. Вот, кстати, Пенсакола шикарный вообще крейсер американский. Он так идеально вообще выносит своими пушками эти эсминцев просто на раз-два вообще. Так что это на самом деле глупо, чтобы вступать эту перепалку с этим, с таким крейсером. Если память не изменяет, там где-то пушки у него 200-миллиметровые. Хотя он еле живой уже. Пам-пам-пам-пам-пам. Блин, какая-то странная тишина в эфире. Все сидят, что-то молчат. Обычно всегда какой-то там либо срач идет, либо там просьба кого-то поддержать, еще что-то сделать. Красиво зажег. Блин, конечно, классно добавили вот разработчики вот эти вот сварочные работы, когда идут, например, там восстановление. Мне прям вообще прикалывает. Или когда это откачка идет воды, когда там затопление, тоже шикарно выглядит. То есть не зря они делают, конечно. Да, Андрей вообще все равно. Ну давайте, родненький уже этот. Блин, лидер до сих пор тут. Жги ты его фугасами, фугасами жги. Андрея тут пытается революцию загнать, а вторая не пойми, что делает. Короче, такой скучный бой, когда тихоходы одни играют, но это вообще беда. Нифига себе, скорость торпеды такая, практически как и скорость движения корабля. Ведь еле-еле обгоняют его. Ох, сейчас ловит красиво, наверное, одну либо две. Скорее всего, одну. Давай, 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 рейнджер. Вот это сейчас точно здесь есть. Бам-бам. Вон, видите, вон, со всех сторон просто там восстановления такие идут. Или это мне кажется, что просто... А, я просто на линкор давно не играл, поэтому сейчас не в курсе. Это на восстановление происходит, это сварка.
Ну, вроде да, на восстановление у него. Господи, кто-нибудь кого-нибудь завалит, нет? Зелье революции. Точнее, Андрея померла. Бой, конечно, такой вяленький. Красавчик, просто на Саве красавчик. Давайте его поблагодарим. 5 минут до конца боя. Ну, нужен, сейчас горит уже там революция. Наша команда получила. Так, а где товарищ? Усик, где? Ах, то вот ты где. Ну да. Так, мой прогноз попадет в центральное. Да. Не попал. Бэйби, бэйби. Аллилуйя. Наконец-то утопили. Так.